Крещение Господне или Богоявление – один из главных церковных праздников зимы. Согласно Священному Писанию, в этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан, а затем на Божьего Сына сошел Святой Дух в образе голубя. Наряду с Пасхой – это один из самых древних праздников в христианстве. По всей стране проходят богослужения и крещенские купания в прорубях, которые по названию реки Иордан называют иорданями. По традиции, в эту святую ночь саровчане принимали участие в купаниях. Желающие встретились в 10 вечера на пруду Браво. В этом году погодные условия сделали праздник незабываемым. Температура была около минус 10 градусов, сильная метель, снег в виде ледяной крупы. Однако самым мужественным горожанам это не помешало окунуться в проруби. Первый раз, когда ныряешь, вроде не так сильно холодно, а потом уже холодновато. На третий вообще улет. Холодно очень сильно. За купающимися наблюдали медики и спасатели. Одно водоема предварительно исследовали водолазы. Несколько автобусов были теплыми пунктами для переодевания. Спуск купели оборудовали. Световой прожектор помогал держать ситуацию под контролем. Ульяна Скородумова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.